Всем привет! Сегодня у нас будет битва гильдий на моем основном аккаунте, и сегодня у нас опять будет шанс слива минимальный. Будем тестировать на всех героях ожог плюс психощит. Вот такой вот составчик у нас будет. Не будет тут ни стана особо, рунами, ни корок. То есть у нас будут чисто герои с ожогом и с психощитом. Так, ну вроде всех как бы взяли. Так, не вижу, только Рудольфа надо взять еще сюда. Даже так поставим вместо. Авиара. Поставим Рудольфа. Вот, вот такой вот состав. Побежали. Будем пробовать воевать против топов. Так, где тут у нас? О, нормально. Так, слился. Самая основная задача у нас будет это слить Фрею. Это очень проблемно. Потому что, как видите, она стоит вдали. В принципе, вот такой вот вариант неплохой. Давай, 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 давай. Отлично. Самое главное до Фрейи добежать. Добраться. Так, повелителя бури слили. Ладно, делаем перезаходик. Так, начинаем с Фрейи. Кидаем всех остальных. Ворожая слили. Конечно, без стана это уже не так просто, как побегали в предыдущий раз. Как видите, тут сразу же сливают. Но ничего не поделаешь. Будем мучиться. Ой, блин. Смотрю, что-то не то. Герои проседают. Мы выражение выкинули. Так, Бигфут слился. Да, Бигфут слился уже. Самая основная задача это слить Фрею. Сливаем Фрею, дальше будет попроще. Но это опять же не точно. Вот, отлично. Так, Афина, 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 Афину слили. Красавчики. Ну, я думаю, с Некросом они тут однозначно справятся. Так, вражеский повелитель бури. Отлично. Как видите, психощит плюс. Жог, можно бегать тоже в лоб. Никаких проблем особо нет. Главное до Фрейи добраться. Так, окей. Побежали следующего. Еще очень удобно, когда они по трое стоят рядом. Так, тут Фрейя у нас далековато. Вот эта проблема может быть. Ладно, попробуем. А, тут выбегают они, конечно. С одной стороны, Минотаврам хорошо такую расстановку проходить. С другой стороны, не очень. Видите, что делается. Фрейя нас по одному сливает. Надо ее как-то задеть. А как-то ее задеть, это надо где-то отсюда забегать. Пробовать ее выманить. Вот она подошла. А ну, иди, 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 иди сюда. Вот. На такой расстановке, когда Фрейя спрятана, посложнее будет в лоб пробежать. Мы ее не достаем просто. Вот по одному просто разбирает. Мы тоже, конечно, нормально дамажим, но видите, она себе издали. Так,
Давайте еще пару попыточек. Так, слили нашего повелителя бури. Это не есть хорошо. Ладненько, смотрим дальше. Потом, если что, вернемся, если будем мучиться. Так, вот тут вот, в принципе, довольно-таки все неплохо должно быть. Отлично, все выбежали. Так, нашего Бигфута слили, сволочи. Стрелка слили. Ну-ка попробуем с Анубиса забежать. О, отлично. Просто отлично. Вот, как видите, в таком случае Фрея ничего сделать не может. Так, у нас остался Некрос. Ну, Некрос это уже, к сожалению, не герой. Так, 100%. Следующий. Хранитель вообще не актуальный сейчас. На дефе. Не знаю, зачем его ставят. Так, ну-ка. Тут, конечно... Тут у нас Некрос есть, да? Ну, пробуем, пробуем. Самое главное... Ай, слили. Перезаходик делаем. Вести Фрею в стан, заблочить, не знаю. Все, что хочешь сделать, но чтобы она просто была неактивна. Так, Бигфут, давай, 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 включайся. Слили. Жалко. Попробуем отсюда забежать, как и в предыдущем. Так, потеряли стрелка ворожея. В паре с Некросом, конечно, посложнее их выносить, потому что он и баф снимает. Ай-яй-яй, обидно слился. Слился наш Бигфутик. Обидно, обидно, однако. Ну, пробуем, в принципе, без Бигфута мы должны, если мы сейчас Фрею сольем отсюда. То, думаю, стрелок нам тоже там не помеха будет. Так, повелителя бури вражеского мы слили. Осталось стрелка слить. Ну, Фрея тут его сольет по-любому, без вариантов. Так, есть... Можно, в принципе, будет Рино попробовать, как вариант. Только вместо стрелка тоже не особо охота. Стрелок и стан дает, и энергию забирает. Так, что тут у нас? Какая-то дичь полная. Идем, запускаем опять же всех точно так же. Так, ворожай слился без вариантов. Сразу же выходим. Так, отлично, ворожай. Вот отлично, ворожай вместе с Фрейей. Просто супер. Так, Бигфут опять у нас слился. К сожалению, по-моему, мы Фрею слили. Ладно, перезайдем. Самое главное заблочить Фрею. Все, дальше дело за малым осталось. Вот видите, вообще 6 героев. Все живы. Думаю, тут Некрос однозначно ничего не сделает вместе с Анубисом.
Без вариантов. Дефа 0 вообще. На Фрейе даже классно тыковку брать, разгоняться. Так, ой, блин. Увлекся. Идем сюда. Наберем больше, чем нубы. Так, что у нас тут? Тут вообще Фрейя одна гуляет. Отлично просто. Так, так, так. Ворожай слился. Перезаходик делаем. Так, Бигфут слился. Ну, в принципе, пусть сливается. Единственный минус — морозить будет некому, но я думаю, это не проблема. Так, вот, когда ворожай сливается, надо уже перезаходить. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, Афину. Афину слили, заряжать некому. Единственное, кто может зарядить, это у нас Анубис. Ай-яй-яй-яй-яй, жить, жить, жить. Вы чё? Чё это было? Ворожай, ты что? Короче, в общем, как видите, до одного места эти расстановки, до одного места ваши прокачки. Они ничего сейчас не играют. 5111. Просто налегке. Вот такими вот героями. Ожог, психощит, ожог, психощит, ожог, психощит, ожог, психощит, ожог, психощит. Вот так вот, ребят. Пишите комменты, каким вы составом еще хотите, чтобы потестил. Вариантов очень много есть. В следующий раз, возможно, попробуем взять сюда хранителя с ожогом, Рину с ожогом, Некроса можно с ожогом взять. Вариантов очень много, у меня очень много героев с ожогом сейчас есть. Будем тестировать. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, участвуйте обязательно в акции, в конкурсе на самоцветы, плюшки, некросов, вольтов и прочей хрени. Делайте репостики и не будьте ролинубами. Всем пока.